В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 22 сентября состоится фестиваль скандинавской ходьбы. Дистанция соревнования составит 3 круга по 4 километра по грунтовой лесной трассе. Победители будут награждены медалями и грамотами. Для тех, кто еще не решил проверить свои силы, в этом году будут организованы мастер-классы от лучших инструкторов по скандинавской ходьбе.